Девушка? 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 А, приехали, а. Да ты издеваешься. Капец. У меня знаете какой заказ? Вот он пришел, пришел заказ, у них точка Б, прям где я стоял. Короче, им ехать 600 метров. Блять, вот это дебильный заказ. Ну не то, что дебильный, блять, смешно просто. Я стою на том месте, куда им надо приехать. На хер ли, потому что заказ сейчас будет рублей 70. Тут пешком реально 600 метров пройти. Конечно, лучше. И сейчас будут выходить. 10 минут. На месте. Я же говорю, поездка 2 минуты, я уже жду 5 минут их. Платного ожидания почти 3 минуты, даже больше 5 минут. Я говорю, потому что она стоит 70, даже если они 10 минут платного ожидания, она выйдет 100 рублей. Если кто-то думает, какая разница, платное ожидание идет, просто, блядь, почему-то это так всегда работает. Когда поездка, блядь, 100, 200, 500 метров, людей ждешь по 15 минут. Когда поездка обычная, там на минут 10, там вот так вот, люди быстро выходят. Почему так? Ну почему, блядь? О, блядь, еще и не там стою. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. На 21-й линии стоите? На Среднем проспекте 74. Ребят, ну а кто хочет работать на выгодных условиях и в надежном парке, то подключайтесь к моему парку. Также мы открыли парк для автокурьеров. То есть где у вас теперь будут погазываться все ваши цели, которые до этого не погазывались, бонусы и так далее. То есть она специально создана для курьеров. Ну и в честь дня открытия, так сказать, нового парка, мы подняли для вас бонусы. Это за каждого приведенного вами друга мы вам платим 3000 рублей. Также и для таксистов. То есть, если раньше до этого составляло 2000, теперь 3000. Автокурьерам, конечно, это проще, потому что вы всегда вместе, вы всегда где-то встречаетесь, там забираете. Поэтому, если вы пригласили 10 друзей к нам в парк, мы вам за каждого выплачиваем по 3000. Если 10 человек, мы вам выплачиваем 30 тысяч. Согласитесь, это охеренно. Ну и все условия вы видите на своем экране. 2% по всей России, ни больше, ни меньше. Моментальные выплаты, деньги приходят за 5 секунд. Просто это очень большая проблема, люди всегда уточняют, а точно деньги придут сразу, потому что у меня приходят деньги не сразу, день-два, постоянно какие-то проблемы. Ребят, 5 секунд, деньги на вашей карте. За каждого друга 3000, что таксистов, что автокурьеров. Кому интересно, пишите. Все очень элементарно просто, поэтому увеличивай свой доход на халяву, так сказать. Все, ребят, пишите в WhatsApp, мы вас подключим в течение 5 минут. Значит, вы как-то по-другому заказали все. Хорошо. Угу, до свидания. Все, что угодно можно говорить, но я не понимаю, как люди вызывают такси. Я понимаю, бухой, когда у тебя один глаз только видит, и то наполовину, там можешь что-то перепутать. Я вбиваю адреса, их всегда нужно вручную. Заказ отменен. Да, они иногда совпадают геолокации с точностью. То есть 50 на 50, а иногда она не совпадает. Что сложного, блядь, посмотреть в телефон. Ты же, блядь, вот смотрите, ты когда заказываешь, ты все равно смотришь в телефон, да, получается? Но неужели ты строчку, блядь, не видишь, куда ты вызываешь такси? Блядь, они веселые. Блядь, заказы дурацкие, пиздец, нахуй. Коэффициентов нету. Время 3 часа ночи. Вот, блядь, уже второй, третий заказ приходит. Ехать тут реально, блядь, 300 метров. Блядь, вы че, блядь, пешком можно дойти, сука, снежок выпал, на улице светло, блядь. Ну вас нахуй, блядь. А ехать мне, вот просто, чтобы вы понимали, ехать до них 1,8. Почти 2 километра. Заказ отменен.
2 километра ехать, чтобы 500 метров проехать. Ну, блядь, ну бред какой-то вообще. Доброй ночи, пока. Тихо, лапа. Петроградка? Да. Ваша карта можно? Карты можно. Переводом? Да. Можно. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. А? Даже на заднем сиденье. Что? Реально, это магия. Ничего не понял. Да я не к вам. Но это магия. Серьезно? Да, это магия. Товар, вышла с ним, и его нет. Как это может быть? Да, смешно. Вы там будете выходить? Да, я буду там выходить, потому что то, что я приобрела, оно исчез магическим образом. Придется еще раз приобретать. Да ты издеваешься. Сука, телефон. Что тебе? Черти выдрали. На костре, блин, не знаю, что они еще. Серьезно. Ну серьезно, как можно было? Стать? Серьезно, блядь, вообще я просто, блядь, мозг потерял где-то. Можете здесь выйти? Девушка. Девушка. Впереди камера на полосу. Девушка. 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 А, приехали, а. Пожалуйста. Вам вот сюда сейчас за угол, вот сюда. Вот вам вот сюда. Да, все. Все, до свидания. До свидания. Спасибо за поездку. Уснула. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении.